Настала осенняя пора, и дождливая погода все чаще доставляет неприятности, одна из которых – неизбежность промокания ног из-за огромного количества луж. А как все мы знаем с детства, стоит только ногам промокнуть, и тут же появляются признаки простуды. Лайфхак поможет вам избавиться от этой проблемы и сделает вашу жизнь немного комфортнее. Для того, чтобы ваши ноги оставались в сухости, вам понадобится всего лишь небольшая свечка и фен. Натираем нашу обувь свечкой, особенно сильно на швах, потом горячим потоком воздуха растапливаем воск. Он заполнит все отверстия, в которые попадала вода, и застыв, не даст ей попасть внутрь обуви. Ваши ноги останутся сухими, а здоровье непоколебимым. Все гениальное просто. Смотрите рубрику «Лайфхак» вместе с лот «Наживо ранок».